Городок на Волге – одно из красивейших мест Ивановской области. Кинешма в субботу отметила 514 лет с момента первого упоминания о ней. На центральной площади собрались жители и гости города на Волге. Я в Кинешму влюбился с первого взгляда, скажу вам честно, да вы это и знаете. Кинешма – это наша по-настоящему северная столица. Она такой должна быть, должна вернуть себе былое величие. Мы с вами в этом году вернули туристические теплоходы в Кинешму, чтобы показать нашу уникальную с вами жемчужину всем туристам из России и не только из России. Не зря губернатор назвал Кинешму северной столицей региона. Это второй город области по численности населения и промышленному развитию. Все, чем славится Кинешма, представлено на ярмарке. Это и выпечка местного хлебозавода, и валенки, а здесь есть даже музей, посвященный этой исконно русской обуви, и, конечно, рыба. Как та, которую еще со времен Ивана Грозного ловят в Волге, так и современные рыбоводческие предприятия. Мы выращиваем на ключевых водах этого карпа. Он у нас идеально, короче, вкусный, экологически чистый и вкусный, вы можете в этом убедиться. Традиция Кинешемского дня города – награждать почетного гражданина. На этот раз этого звания была удостоена известный врач, труженик тыла Муза Константиновна Крылова. Я счастлива сегодня безмерно и хочу поблагодарить кинешемцев за высочайшую оценку моего труда. Спасибо! Люблю свой древний город, его чудесную природу и Волгу. Горжусь, что являюсь членом семейного медицинского клана врачей Крыловых. Кинешма – это большой дом. Жить здесь тепло и уютно, рассказывают кинешемцы. Наш город очень красивый. Он стоит на трех реках. У нас есть где сходить отдохнуть с детьми в бор. Я живу здесь 8 лет. Я очень довольна, что я приехала в этот город. У меня здесь любимая работа, прекрасную семью завела здесь. Теперь этот город стал родным, родиной моих детей. Так что теперь можно сказать, что он мой родной. Город – сказка. Даже живя за многие километры, люди находят возможность приехать в Кинешму. Погулять, насладиться видами, отдохнуть. Гости города, как всегда, остались довольны проведенным здесь временем. Покатались на пароходе, очень понравилась Волга. Только мало еще этих пароходов пристает сюда. А так красиво, все очень хорошо. Тихие старинные улочки и живописные волжские пейзажи. Гости праздника из других регионов сожалеют еще и о том, что одного дня недостаточно, чтобы налюбоваться этим городом. Наталья Бутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Кинешемский район.